Здравствуйте, драгоценные мои друзья. Что же, колдун колдуна видит издалека, да, как рыбак рыбака видит издалека, колдун колдуна ненавидит наверняка. Да, часто это бывает, вот эти магические противостояния, попытка воспользоваться чужими ресурсами, заблокировать кого-то, подозрительность, что там на меня колдуют, похищают, навешивают печати. В чем-то это некий такой этап. Детская болезнь левизны в коммунизме, как бы сказал дедушка Ленин. Какая-то у него статья была, я помнится, друзья мои, изучал. Но действительно, детская болезнь колдовства, поиски врагов и вражда, то есть и война с ними. На что тратится много ресурсов, что, конечно, дает опыт, колоссальный опыт, потому что только... Ну, не в труде, в труде и в бою. Что-то у меня коммунистические лозунги накрывают. В труде и в бою можно поднять свой уровень. Но, друзья мои, войны, колдовские войны бушуют. И у них есть жертвы. Вот вчера, друзья мои, к сожалению, я был свидетелем, ну, свидетелем того, что известного вам человека, ну, во всяком случае, так или иначе, провели обряд похорон и некую похоронную тризну. Человека живого, но в этом астральном мире сделали вот такую нехорошую вещь. И дело в том, что этот человек как бы оморочен, да, он не понимает, что с ним происходит. Да, то есть он как бы уходит от старого, да, подозревает своих друзей, те, так сказать, кто его оморачивают, легко вкладывают, то есть его внимание переключают на что-то одно, да, и зацикливают, и вкладывают программу. И он думает, что идет своим путем, а на самом деле отдает все ключи, все свои коды, ну вот, тем паразитам. То есть вот эти вот колдовские воздействия, друзья мои, они, ну вот, некие тонкости вот этих магических войн. О, как, видите, у нас тоже здесь свои разборки. А случайности не бывает, друзья мои, ох, случайности не бывает. Ну вот, вчера, конечно, этот обряд поверг меня в такую некую печаль, потому что этому человеку пытались помочь, не только я, но и группа товарищей, но, видите, война есть война, война, так сказать, план покажет. Посмотрим, что будет происходить, но в эти времена будьте аккуратны, так, как бы доверяйте только своей душе. Как говорил Сталина Мюллер, там, верить нельзя никому. А мне можно, да? Говорил Мюллер, мне можно. Я бы сказал, что можете и мне не доверять, а доверяйте своей душе. Вот это будет более внимательно. Не ведитесь на какие-то колдовские оморочки. Иначе тоже вот такие всякие фуксы проведут какой-нибудь обряд похорон и тризну. И, так сказать, это... Ну, это не значит, что все, помирай. Но, во всяком случае, ваш потенциал, ваши возможности будут заблокированы и надолго. А могут и действительно грохнуть. О, видите, вот, как говорится, собака ведет оборону от колдовских воздействий. Все, пока, счастливо.